Привет всем, дорогие друзья! Ну что, мы наблюдаем самую необычную картину. Но вы не знаете, а я все уже знаю. То есть этот ролик был снят в Канаде. Причина его – это очень интересная. То есть несколько людей засняли необычную картину, которую вы сейчас наблюдаете. То есть множество уфологов и ученых считают, что это корабль именно военного происхождения. Не знаю почему, но суть они чуть-чуть, может, и правы. Но я хочу чуть-чуть опровергнуть их мнение по множеству причин. Такой корабль наблюдали именно, дорогие друзья, на море, в лесах. Он именно, скорее всего, управляет природой. Почему? Но мнение я точно не могу сказать почему, но люди видели, как из-за них бывали такие аномальные природные явления, как цунами, как, можно сказать, ураганы, смерчи. Но кто-то считает, что это именно военный корабль. А дальше я просто поражен. Но не знаю, дорогие друзья, эта новость была закрыта, опубликовать никто не хотел, потому что не хотят, чтобы люди паниковали. Ну а дальше, дорогие друзья, сами думайте, ставить лайк или подписываться. На вашем месте я думал.